он перевернул контекст. Я отношу психотерапию к области искусства. Потребность самоактуализации – это не что-то романтическое. Личностный рост только снаружи так романтично выглядит, а изнутри полная задница. Я загоняю человека в невозможность решать ситуацию теми самыми способами, которые привели его вот сюда. Я до сих пор помню свою первую психодинамическую группу. Я возвращаюсь домой и думаю, блин, Новодержкин, никогда больше в жизни. То, что ты сделал, это просто... Это настолько чудовищно, это настолько мерзко, это настолько постыдно. Чем меньше деталей о своей проблеме успел рассказать мне клиент, чем меньше у меня вот этой конкретной информации, тем проще мне с ним работать. Я все равно слежу за тем, чего вы не отслеживаете. Да, Катя, я с тобой. Что бы хотелось получить от нашей встречи? Я использую метафору, пластилина. Терапевт – это пластилин, из которого клиент что-то лепит, а потом мы вместе отходим в сторону и смотрим с ним, что и как он из меня вылепил.